удовлетворенность населения оказанием медицинских услуг. Это самое главное. И поскольку мы соседи, мы должны развивать кооперацию. Мы обратили сегодня внимание глав регионов на достижения, которые есть в каждом регионе. Скажем, у нас чуть лучше с информационными системами, у вас чуть лучше с оказанием высокотехнологичной помощи. Но кооперация внутри Приволжского округа позволит эти проблемы решать. Еще раз подчеркну, что нам важно проводить в различных регионах такого рода совещания для того, чтобы увидеть достижения. А с точки зрения медицины даже более важно, наверное, увидеть недостатки, их вовремя исправить с тем, чтобы люди, приходя в поликлинику, в больницу, не в самом лучшем настроении, приходят все-таки люди, которые чем-то заболели, получали вовремя и качественную медицинскую услугу. Вот здесь опыт Чувашии для нас очень полезен. Надеюсь, так же, как опыт Кировской области или Чувашии.